кем тебе дружится, как тебе служится, мой молчаливый солдат. Мы в одном из подразделений Ленинградского военного округа. Совсем недавно минеры ликвидировали склад боеприпасов, обнаруженный при разработке карьера. Конечно, потребовалось много мужества и самообладания, и отличное знание своего дела. Но ведь все это не приходит само собой. Учения проводят днем и ночью. Медленно продвигаются вперед солдаты с миноискателями. Говорят, сапер ошибается один раз. Проход для танков в минном поле готов. Вместе с капитаном Мамневым поздравляем воинов с успешным окончанием учения и их праздником Днем Советской Армии.